Сорока 6-летняя Екатерина Волкова показала эффектный образ. Популярная актриса предстала перед поклонниками в полуобнаженном виде. Звезда сериала «Скорая помощь» поделилась пикантным кадром. Она позировала в роскошном наряде на улице в Греции. Стальное бра подчеркнуло роскошную грудь артистки. Необычный лук дополнила золотистая макси-юбка с экстремальным разрезом до талии и металлический пояс с крупными цепями. Екатерине сделали пышную укладку и макияж в золотистых тонах. От руки красотки исходил огонь. Это я в роли богини Гекаты, древнегреческой богини лунного света и магии в проекте «Боги Олимпа». Сейчас бы не разделась, наверное, так, это надо дней 10 поголодать и побегать каждый день по 7 км, разоткровенничалась она. Волкова призналась, что переживает о наборе веса в режиме самоизоляции. Сохранять стройную фигуру артистке помогают ежедневные кардионагрузки, исключение мучного и сахара, а также отказ от пищи после 18:00. Встала сейчас на весы и ахнула, 67 килограммов, при моем росте 174 чувствую я себя отлично, когда у меня 60. В общем, девочки, что делать, как убрать 7 килограммов? Сразу скажу, блины до пекла, но съела два, остальные дети, подчеркнула актриса. Поклонники звезды посчитали, что та просто напрашивается на комплименты. Они заверили Екатерину, что она обладает шикарной фигурой и отлично выглядит. Очень необычная фотосессия. Вы красавица. Стройняшка. Фигура, огонь. Вам сильная худоба не идет, сразу страдает лицо, богиня огня, роскошная. Вы шутите? Красотка же женственная и привлекательная, вы лукавите и хотите похвалы, золотая женщина, умопомрачительная. Восхитились подписчики. Волкова неоднократно меняла имидж. Она продемонстрировала, как выглядела с побритой головой. Актриса показала себя в период, когда была блондинкой. Екатерина снялась в бюстгальтере и трусиках. Она в дерзком красном платье произвела фурор среди фанатов. Звезда высказалась о смерти Эдуарда Лимонова. Она призналась, что тяжело восприняла уход отца своих детей.